Всем привет, с вами Доскос. Если вы смотрели предыдущую серию, вы в курсе, что происходит. А если не смотрели, то посмотрите предыдущую серию, либо не смотрите эту. Все очень просто. Так, снова открываем эту тюрягу, якобы. Якобы тюрягу, но она какая-то неправильная. Мерса мы нашли уже в сторожке, как вы видели. Так что долго ходить по этой фигне нам не придется в поисках него, по крайней мере. Может быть, что-то мы еще там найдем. Черт. Нет, не попадаем никак. Он слишком мельтешит. Зачем его вообще убивать? Нам вообще не мешает. Но надо же подпортить жизнь на нашем пути. Блин, абсолютно косой герой. Даже из ручного режима хрен попадешь кого-нибудь. Ладно, спринт, спринт, спринт. Радио горы Блэк. Отлично. Радио горбатой горы мы нашли. И что же теперь? К нам идет веселый клоун. Ну, господи, сдохни. Оу! А что это здесь происходит? Вот с таким взглядом он вышел в туалет куда-то вообще, или просто покурить. А на него, значит, динамит, то есть пистолет наставляют. И он загнулся в страшных муках. Ладно, я думаю, если еще немножко подождать, мы дождемся, пока оттуда все выйдут. Вполне ж возможно. Такое развитие событий. Потому что перец туда — это самоубийство. То еще. Ладно, ладно. Динамит 2. Полицейская дубинка. Отлично. Полицейская дубинка, кстати, тоже хорошее оружие. Ладно, сохранимся. Я вообще люблю систему здесь рукопашного боя, потому что она осталась от Беливина, но она гораздо лучше, чем стрельба. Проработана. Так. Так. Нет, нет. Везет чуваку. Подрывник. Подрывник, подрывник, подрывничок. О боже, как ему вставило-то, вставил ему патрон просто делов. Здесь нужно, конечно, действовать с помощью динамита. Господи, в трусах уже выбегает, чтобы посмотреть на Доскоза. Неужели он действительно вернулся в постапокалиптический мир? Но сдохни. Походу, я сейчас сдохну. Это будет единственная потеря для этого мира сегодня. И вместо того, чтобы побегать, он просто пинает динамит. Нет, походу я сейчас сдохну. Походу. Да, у нас повреждена башка. Я контуженный, переконтуженный. И просто на последних вздохах я уже отбиваюсь. Я не знаю, зачем я отбиваюсь. Ну вот и логическое завершение. Да, я понял теперь, как же действовать. Как действовать. Как же надо действовать. А вот так надо действовать, смотрите. Динамит. Забегаем, говорим здрасте. Говорим здрасте, выбегаем. И вот тебе отличное завершение дня. Немножко лагает. Понятно, расчлененка, все такое. И начинается обмен любезностями тротиловыми. Попробуем сделать так. Он так гораздо лучше метает дальше.
гораздо дальше. Я не знаю, что надо сделать, чтобы он вот так же метал в ручном режиме. Ну вот, у нас куча трупов расчлененных и довольная моя рожа. Заколка, дубинка. Никто нас больше, я думаю, не побеспокоит. Здесь только всякие психи. Ладно. Патрон, динамит, заколка, мясо. Ротанговая ковбойская шляпа. Скоро что-то придется выкидывать. Сохранение. Сохранение, как всегда, это самое главное. Самосохранение это тоже самый главный инстинкт. О боже, следующий уровень. Распределим. Ну откуда ты здесь? Почему ты не вышел, когда я тебя звал на всеобщую тусовку? Ладно, тебе отдельное приветствие. Блин, этот еще и убегает. Я его освобождаю, даю ему должность шерифа, а он убегает. Что-то странное. О боже, я спер у преступников колу и потерял карму. Ну, ладно. 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 Пускай они меня за это ненавидят. Так куда ты бежишь-то? Не, ну нормально, да? Можно прямо сейчас отсюда свалить, а он... А он говорит, замочи мне всех... Всех в округе. Вот такой вот говнюк наш новый шериф. Ладно. Придется делать так, как просит он. О боже. О боже, куда я попал? Куда я, блин, мать его, попал? Да, ты тоже с динамитом. Да я сам как подрывник. Мне нужно было вступать в их банду на самом деле. О боже, кто-то хромает, тетеря. Опять повредили мне башку. Сдохни, 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 сдохни. Нет, я опять труп, опять я труп. Это что-то... Что-то уже нереальное, знаете. Что-то уже чересчур. Ладно, действуем тактикой. Той же самой. Сейчас сюда должны забежать, по идее. Да. Забежали, все нормально. Надеюсь, не задену этого придурка. Так, кувалда. У меня есть кувалда. Опа. Да... Получи! Ну, почему он промахивается-то мимо него? Почему он промахивается? Вот скажите мне. Вот, я растерял все здоровье на этого идиота. Молоток. Как всегда, потом. Выкидной нож. А вот выкидной нож. Окей, окей, окей. Оружие. Так, нет, на трясак поставим. И взлом на 25. Чтобы более-менее что-то взломать можно было. Быстрая перезарядка, интенсивная тренировка, размах. Метательное оружие. Убежденный холостяк. 10% урона. Плюс 10. Так, хорошая память. Каннибал. Дает возможность в режиме скрытности съесть труп. Но карма будет теряться. Давайте убежденный холостяк. 10% урона мужикам. Это очень полезно. Да еще и написано, что новые реплики. Так. Помощь. Нам нужно... Нужно нам. Что здесь есть? Так.
Все это мы съедим. Здесь, по-моему, негде поспать. Да, в этом наша проблема. Еще нас мутит, потому что контузия. У нас нету... Крышка... О, со звездой. Отлично. Потеряли карму, но нашли крышечку со звездой. С этим связана, кстати. Одна миссия. Не знаю, большая или нет. Но связана. Да, кровати здесь нет. Так что мы, в принципе, обречены ждать здесь. И восстанавливать здоровье плодом вонючей тыквы. Так. Ну, я думаю, пришло время вот этим воспользоваться. Ладно. Так, 9-миллиметровка, как всегда, наш верный спутник. Ох, сохраняемся. Сохраняемся, потому что ждет нас пипец. Нет у нас автоматов, дробовиков, каких-то автоматических. А надо было бы. Надо было бы. Ладно, выходим. Осматриваемся. Блин, вот опять вот. Опять и опять. Опять и опять. Подождать здесь, что ли, я не знаю. Очень-очень сложно, очень муторно все это. Да-да-да-да-да-да-да-да. Спалился на том же самом и труп. Больше гостей, думаю, не будет. Вроде никто нас больше и не заметил. УВС. Ну что? О боже. Все-таки за нами пришли во второй раз. Блин, что ж против него-то? Кувалда. Урон 16. Ну, кастетом зафигачим. Есть! Мы его кастетом зафигачили по бронежилету. Свинцовая труба. Слушайте, мне уже нравятся все эти рукопашные виды оружия. Возможно, я сломаю даже надзорную башню охранника кастетом. Так, мясо тутня. Все, что восстанавливает здоровье, сейчас придется сожрать. Так, немножко восстанавливаем, восстанавливаем постепенно. Но, тем не менее, чуть меньше половины, я думаю, восстановится. А может быть, даже и вся половина. Очень неплохо. И сейчас снова выйдем на открытое пространство, чтобы подловить еще кого-нибудь. Такая крысятническая тактика, но по-другому, видимо, никак. Никак. Сохранимся. После каждого трупа уже сохраняемся. Ладно, выйдем. В этот раз как-то по нам уже не особо открывает огонь. Хотя вот этот вот наглец осмелился. Ладно, ладно, ладно. Заходи на огонек. Сейчас мы его кастетом-то подлоем. Так. Ждем. О боже, он появился сзади нас. Но кастет творит какие-то чудеса. Он просто на раз-два не знаю, убивает все, что движется. Гильза, столовый нож. Так, снова верминг-винтовка. Выходим. И остался только... Да ничего, в принципе, не осталось. Так, у нас здесь есть верстак. И что же мы можем на нем сделать?
Так, пустой контейнер из-под топлива. 10. Рециклинг. Блин, где объяснение? Это заполнение или переработка его на металлолом? Я не понимаю. Так. 10. Ну, блин. Не знаю. Нет, не будем рисковать. О боже, снова эти дурни. Ладно, снова кастет. И снова они умрут. О боже, сколько их, сколько вас здесь, ребята, я так рад, что вы все пришли посмотреть на мои огромные кулаки. Давай. Я снес жизни половину тюряги. Смотрите, здесь уже кровавая баня просто какая-то. И это, похоже, дырки от моих кулаков, а не от чего-либо еще. И разобраться здесь в телах, которые я обыскал. О, лазерный пистолет. И пачка сигарет. Так, почему они ночью ходят в солнцезащитных очках? Понятно, почему они промахиваются, не видят меня и вообще делают какие-то непонятные вещи. Они дебилы. Так. Опять револьвер, зачем мне солнцезащитный? Ну ладно, буду мажором. Выберусь отсюда и буду носить солнцезащитные очки, где только придется. Пачка сигарет. Ну, если есть в кармане 10 тысяч пачек сигарет, значит, все не так уж плохо. И не сломан кастет. Ну ладно. Ладно, на этой песенке, пожалуй, пора заканчивать, потому что 17 минут. И продолжим в следующей серии. Всем, кто смотрел, спасибо. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Доскос. С вами был махающий кулаками Ара и орущий какие-то боевые кличи. Послушайте это. Всем спасибо, всем пока.